Пресс-службе Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики опровергли сообщения украинских СМИ о якобы разворовывании военнослужащими ДНР гуманитарной помощи. Ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности и призвана скомпрометировать руководство республики. Минсоцполитики пояснили, что украинские СМИ ссылаются на сфабрикованное письмо якобы от имени руководителя министерства главе ДНР Александру Захарченко с просьбой дать соответствующие указания правоохранительным органам и провести расследование возможных правонарушений со стороны военнослужащих. Пресс-служба ведомства отмечает, что такого обращения от Министерства труда и социальной политики не было, а вышеуказанная информация является ложной.